Наводнение. Это затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды. Как подготовиться к наводнению? Изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные редко затапливаемые места, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Как действовать во время наводнений? По сигналу оповещения безотлагательно в установленном порядке выходите из опасной зоны возможного катастрофического затопления, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и запас не портящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. Как действовать после наводнения? Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-либо предмета. Проветрите здание. Не включайте электроосвещение. Не пользуйтесь источниками открытого огня. Не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверки исправности электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Ролик подготовлен по заказу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.